Косплей, от английского слова костюм play, то есть костюмированная игра, в основном всегда воплощала в жизнь персонажей из мультфильмов, аниме, комиксов, фильмов и героев из книг. Сейчас, в 2016 году, все, кому не лень, косплеят, конечно же, Харли Квинн и Джокера. Все это, естественно, здорово. Все они как один похожи, вроде и качество на высоте. А костюмы, которые, кстати, стоят немало денег, вообще не отличить от оригинала. Но всему этому вот чего-то не хватает. Чуточку души, что ли, каждому. А ведь, чтобы стать похожим на кого-то, совсем не обязательно тратить уйму денег на одежду, аксессуары и макияж. Достаточно иметь немного фантазии, и твой образ будет выглядеть в 1000 раз живее, даже чем самый крутой косплей. Именно этот прием и взял себе на заметку 25-летний таец Ануча Сенчарт. Его воображению можно только позавидовать. Чтобы перевоплотиться в кого угодно и во что угодно, ему нужны предметы, которые может найти у себя дома абсолютно каждый из нас. Еще в 2013 году он начал выкладывать свой бюджетный косплей на страничку в Facebook, где со временем и обрел популярность среди любителей этого жанра. С тех пор он так и не перестает удивлять всех своими образами и, надо отметить, поразительным сходством.